никого, 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 никого. А тут всем тут мыться приспичило. Че, все по команде испачкались, что ли? Там просто спортсмены обычно в это время. Ну, че им шахматистам-то мыть? Фигуры. Шмакову завтра умеет тройка. Фигуры. Вот бы сказал, ферзей своих отмывает. Была б четверочка. Чебурекова, скоро твои шахматисты, ботвинники, свои пешки надрают. А что это в душ-то приспичило? То полгода к умывальнику не подходил, а то сразу в душ. А в душе, Шмаков, под теплой водой не так больно вскрывать себе вены. Андрей, а вот тебе за остроумие двойка. А я не шучу, Чебурекова. Мне больше незачем жить. Она в Париже, я здесь, и больше мы никогда не встретимся. Кто в Париже? Шмаков, не лезь ко мне в душу своими военными сапогами. Ой, у меня два билета есть в цирк. Там сегодня бои без правил. Вот где мордобой будет. Здорово, я ж 100 лет не была в цирке. Лучше купите билет в душ на первый ряд. Вот где будет по-настоящему страшно. Витя, его нельзя оставлять одного в таком состоянии. Ну, ты хоть бы рассказал толком, что приключилось-то? Не знаю, будет ли вам это интересно. Как ее зовут? У нее чудесное имя Патрисия. Ну, надумал. Цена кусается. А что ты хотел, чтобы Мерседес $200 стоил? Ну же не новый. Ну же после аварии. Слушай, если каждую царапину считать за повреждение, ну подумаешь, на обочину съехал. Что такого? Ну же через бетонный бордюр съехал. После того, как его КамАЗ сзади подтолкнул. Ты мне еще рассказывать будешь. Ты же вообще сам в той машине ехал. И ничего, как и жив, и здоров. Вы как раз в КамАЗе ехали. А там ваш сын сидел с женой. Вот. На Маркову покупать не хотим. А я тоже хорош. Сижу, навяливаю, услугу хочу оказать. А между прочим, мог бы продать тому, кто у нас в техникуме работает. Что она? Я же тоже вроде работаю. Вот именно вроде. Вроде работаю, а вроде не работаю. Мы от таких кадров будем отказываться. Я, кстати, вас вообще не помню. Вы ко мне по какому вопросу? Я машину хотел купить. Так в чем дело? Идите покупать. Что, у меня барахолка здесь, что ли? Я у вас хотел купить. Деньги собрал? Нет, нет, еще, ну я соберу. Трудно. $200 все-таки. Что-то я недопонимаю, что-то недопонимаю. Мы детишек не хотим учить, что ли? Нет, все хорошо. Я беру. На Мерседесе не хотим ездить. Хотим. Зажали $200 начинали. Да, все, беру. Беру. Деньги неси. Беру. Нет, ну, если она на тебя совсем внимания не обращает, значит, ты ей нравишься. Ну, все девчонки так делают. Я сама, ну, когда мне кто-нибудь нравится, то я в его сторону никогда не посмотрю. Правда? Правда. Только ты не говори никому. Не бойся, не скажу. Особенно Илье Валентиновичу не говори. Эй, от меня отвлеклись. А, точно. А давай я с ней, с твоей Патрисией, по-женски поговорю. С ней не по-женски надо, с ней по-французски. Она француженка. Врешь. Слушай, Шмаков, иди-ка ты в свой цирк, а? Сволочь. Рада, что Петр. А как ты с ней познакомился? По телевизору, да? По телевизору! Пятерка тебе, Чебурекова, за черствость. Ну правда, как? Ну как? Я же из Москвы. Учился во французской спецшколе. И все преподаватели у нас были французы.
и по физкультуре, и по ритмике. Все французы. И только по одному предмету. По химии. Была француженка Патрисия Касс. Одна фамилия-то твоей, что ли? Глупо ты, Петя. Да она и была. Да ведь, Андрей? Увы, да. Лучше бы это была не она. А кто лучше? Лучше, чтоб он? Француз? С каких-то пор я начал замечать, что она мне начала ставить пятерки за просто так. И ставит, и ставит, и ставит, и ставит. И в один прекрасный день подходит ко мне и говорит: «Андре, je veux toi!» А что это значит? А я не знаю. У нас учитель по-французскому болел все время, но по жестам понял, что зовет к себе в лабораторию колбы мыть. А там как давай целоваться со мной! Там же все колбы попадали. Но тут директор прибежал, сразу ее уволил и во Францию к себе отправил. С ума сойти. Оля, мы идем на бои или нет? Да отвали ты со своими боями. Если хочешь, иди один. Что дальше-то было? Ну что-что. Во Франции, понятное дело, такое мытье колб тоже не приветствуется. Ее с этой репутацией ни в одну школу больше не приняли. От безысхода она стала певицей. Правда, говорят, богатой стала. Но глаза все равно грустные. Ну, а когда ты наберешь сумму, а? $300. Это серьезные деньги. Смотри, Звездунов. Мерседес за $300 на дороге не валяется. У меня желающих во! Только свистни. Так вы чё? Его еще не свистнули? Кого? А, да нет. Мерседес в этом плане чистенький. Ну, в смысле, не ворованный. Нет, не ворованный. Нет, нет, не ворованный. Нет. А помыть помоем. Помоем. Хотелось бы взглянуть, так сказать, на товар. Ну, чё ты, мерседесов не видишь, что ли, а? Да мерседесов-то я видел полно! Вот только за $300 что-то ни разу. Давай с тобой разговаривать по-деловому. Ты в техникуме учиться хочешь или нет? Значит, вот какой разговор, да? Угрозы, да? Все, я пошел к ректору. Ну стой. Просто я вот... Просто я тебя спросил, ну, что, хочешь ли ты учиться в техникуме или... Ну, хочешь, чтобы у тебя так все, знаешь, ну, само собой, в зачетке проставлялось. Вот это деловой разговор. Ну, так, когда деньги? Почва уже подготовлена. Еще часа 2-3 на жалость подавлю, и можно считать, что... Там. Деньги, вот что. Надо же, такой шанс на один раз в жизни. Она специально ради него приезжает в Москву на гастроли. У него даже нет денег на дорогу, чтобы ресторан ее там сводить. Эх, жаль, билеты в цирк пропали. Кстати, а где они? Действительно пропали. Ну-ка, пристань-ка. Два билета в цирк есть. Все равно пропадают за полцены. Да я в цирк-то как-то не особенно. Ну, есть только клоуны там, ну. Да, там как раз сегодня вечером клоуны дерутся. 8, 9, 30. Всего 3000. Это же больше $100. Это ему только на дорогу. А ресторан, цветы? Было же только на ресторан. Цветы, само собой. Петр, выслушай меня и прости, если сможешь. Что еще случилось-то? Петр,
просто свою бритву. Ненадолго. Просто моя слишком острая. Боюсь, будет не так больно. Петя, не давай ему. А я и не дам. Между прочим, та, которая острая, тоже моя была. Вот деньги, Петр. Они жгут мне сердце. Я поддался минутной слабости и украл, Петр, твои билеты в цирк. Я же тебе говорил, это он взял. А ты, он в горе, ему некогда. Видишь, выкроил время. Петр, я сделал гадость. Хуже, я сделал мерзость. Но разве для себя я ее сделал? Все верно. Мерзость ты сделал для меня. Я сделал ее для Патриции. Констанция, Патриция, Патриция. Ты смотри, Петр, он все для нее делает. Вот это любовь, не какой-то там тебе цирк. Но взять деньги себе я не смог. Целовать мою Патю и знать, что эти поцелуи я украл у Шмакова. Петя, надо же что-то делать, ты понимаешь? Я понимаю, что надо что-то делать. Я не понимаю, почему мы должны что-то делать. Есть же, в конце концов, администрация техникума. Да. Студент у них на грани самоубийства. Да. А они и не чешутся. Да. А может, они не знают? Да. У тебя есть какие-нибудь свидетельства вашей страсти? Ну, там, письма, документы. Может... Вот это подойдет. Вот только вчера получил. О чем хоть пишет? Ну, о чем пишет? Любит, ждет. Пишет, если в Москве не увидимся, руки на себя наложит. Ну и посудите сами. Деньги-то не такие большие, а речь идет о жизни двух человек. Один из которых женщина-француз. Твое мнение, Илья Валентинович. Чего я не понял ничего? Школа, французы какие-то, колбы падают. Шмаков певицку-то целует. Да не Шмаков. Ты чем слушаешь-то? Звездунов ее целовал. А Шмаков тогда что пришел? Петр, ты сам-то во всю эту историю веришь? Ну как не верить-то? Как не верить? Если она ему письмами забросала. Вот, последнее. Люблю, руки на себя наложу, приезжай. Дай-ка взгляну. Да здесь, на французском. Ничего, ничего, разберемся. No tropil dust is good, tabletiken für Kopf und alkoholischen Syndromen. Вот, а я что говорил? Я когда читал, плакал. Да, душевно написано. Душевно. Ты знаешь, у меня даже сердце самого защемило. Трогательно. А коп, это же голова, да? Позовите ко мне Звездунова. Я знал! Спасибо, я знал! Да откуда ты мог знать, Шмаков? Да я... Шмаков, иди. Спасибо. О чем разговор-то вообще был, а? Мы же снова деньги должны дать, или что? А? Андрей, а вот вы с Патрисией где жить собираетесь? В России или во Франции? Где получится. Получится в России хорошо, не получится вообще отлично. Мне вот кажется, я бы не смогла за границей жить. Там такое все чужое. Чужое — это полбеды. Главное, хорошо охраняемое. Слушай, а нескромный вопрос. Вот там, тогда вот в лаборатории, вы, ну, только целовались или что-то еще было? Конечно, было. А что бы я комбы-то поронял все? Что было? Пол-литра коньяка было. А потом? А потом коньяк кончился. Она говорит, тут в комбах где-то спирт еще был. Давай искать начали, и комбы все попадали. Ой, Андрюшка, счастливый ты. А вот ко мне большое чувство еще не пришло. Вон, бежит уже, чебурекается. Ой.
пришло. Все, душ отменяет на Звездулов. Иди, договорился я с ректором. Петя, ты просто чудо. Слышь, чудо, ты можешь внятно повторить, про что был с ректором разговор? Ну, вхожу, говорю, так, мол, и так. Мне к ректору. Куда вхожу? В такси, что ли? Да нет, в приемную. Говорю, так, мол, и так, мне к ректору. Смотрю, а секретарши нету. Я сразу раз к ректору. Говорю, так, мол, и так. А ректор говорит, ладно, веди Звездунова. Что-то я не понял. А так, мол, и так, это что было? Так он историю твою пересказал. В приемной, где секретарши не было? Да нет, в приемной, так, мол, и так, это я поздоровался. А у ректора там совсем другое, так, мол, и так было. Чебурекова, у тебя в общежитии клей есть канцелярский? Андрей, а тебе можно? Да ладно, дай ты ему. Клей не бритва, если что, откачаем. А вдруг он себе нос заклеит? Сюрпризов, Алешка, Чака! Ты станешь участником съемок, если пришлешь три эмблемы Чака и задашь нам интересный вопрос. Стань знаменитым! Я вас нашел! А мы вроде ни от кого не прячемся, да? Заходи, герой, рассказывай, что стряслось. Да ничего вроде пока не тряслось. А по-моему, у тебя мозги стряслись. И зачем Илье Валентиновичу плохие билеты в цирк дал, а? Нормальные билеты на первый ряд. Вот в том-то и дело. Илья Валентинович хотел над клоунами посмеяться, а его избили. Чего ж ты сразу не сказал, что там бои без правил? Самое-то интересное, я еще сижу на первом ряду, и никто в зале не смеется. А там клоуны, они так смешно друг друга ногами пинают. Короче, пока меня бить не начали, ни один в зале не улыбнулся. Ладно, поехали дальше. Что там за история, дикая история со Шмаковым, а? Чего он опять-то вмочил? Не, ну ты посмотри на него. Смех, да и только, а? Можно я не буду пока смеяться? Больно очень. Мне тоже больно. Больно за наших питомцев, которые врут на каждом шагу. Что это за история с французскими певичками, а? А чё, Шмаков письмо не показывал? Ты имеешь в виду инструкцию к таблеткам, да? Это же монет. Илья Ильич, он нас совсем за идиотом держит, по-моему, да? Да. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Я говорю, плохо, когда студент на грани самоубийства, а ректорат не может ему ничем помочь. А? Ну что, мне пойти, что ли? А их спортсменок из души выгнать. А ты мог бы себе из-за женщины вены перерезать? Ну, как Андрей. Как Андрей смог бы. Но как Анна Каренина, нет. Да она разве себе вены вскрыла? А? Причем все сразу. Не юрничай. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Да глупость все это. Вот застрелиться и по-мужски, и грохоту больше. Но из-за женщины все равно я бы не смог. Эх, Петя, Петя, не романтик ты. Ты меня еще на пляже не видела. Другое дело, деловой разговор. Учись, Звездунов. Две минуты даже не думал, а соврал лучше тебя. Это еще что? Я один раз вообще даже не думал. Вот что значит среднее образование. Среднее специальное. Итак, давай, Илюшенька, все по порядку. Значит, мы даем Звездунову $200. Что дальше? А дальше он расписывается, да? За 500! Привет, Звездунов, а? Чувствуешь? Никаких лишних деталей. Все работает на сюжет. Берешь 200, расписываешь.
подписываешься за 500. И все, конец фильма, титры. Да, мне еще учиться и учиться. Так, а за что мы ему деньги давать будем? Не знаю. Может быть, он олимпиаду какую-нибудь выиграл, а? А может, в Москву? Колбы, любовь, все такое. Что бы вы без меня делали? Значит, запоминай. Ты выиграл олимпиаду по математике. По физике. По менеджменту. И по поведению. О. Точно. И администрация техникума отправила тебя в Москву. Чтобы ты, Звездунов, научил их там своему поведению. Понял? Отлично! Отлично! Отлично за старание! Но за понимание, Кол. Ты понимаешь, поведение не цель поездки. Не понял. Ну что тут сложного? Лучший студент, перетрудился, ему нужно немножко побыть на концерте Патриции Кац. Логично. Не подкопайся! А по-моему, мой план по логике не уступал. Люблю я шистых, а? На, распишись здесь, деньги возьми в кармане, а то у меня руки грязные. Я на минуточку, можно? Буквально, секундочку. Сюрприз, Алешка, Чака! Ты станешь участником съемок, если пришлешь три эмблемы Чака! И задашь нам интересный вопрос! Стань знаменитым! Мерседес тоже. Ну, мне бы в Москву надо. Вот на нем и поедешь. Ветерком. Давай, 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 давай. Ноги мертвые. Полгода собирать будешь. Недооцениваешь ты себя. Держи. Эх, дурака я свалил, продешевил. Не-не-не, для друга не жалко, что? Будешь еще полтинник должен и забирать. Ну что, что ты за титьку схватился? Сердце с другой стороны. Ладно, ладно, ничего не должен. Ну что-ка забери этот тарантас поскорее, а? Мне гараж срочно нужен. Чуть инфаркт не получил на этой сделке, пока машину для тебя выцарапал. А зачем мне поцарапано? Тихо! Тихо! Не поцарапанная она. Там все сложнее гораздо. Ты в машинах понимаешь чуть, нет? Немного. Сразу поймешь, что царапина там не главная. Ну все, пока. 27, 28, 29, 30. 3000. Слушай, Звездунов, а чего в Москве такие мерседесы дешевые, а? А это не для всех. Я по личным каналам доставал. Между прочим, бывшая машина Патрисии Касс. Не хочешь говорить, чья, не говори. Когда можно забрать машину? Да хоть сейчас. А я тебе говорю, это совсем другая машина. Представительский класс. Представительский. На таких звезды эстрады ездят. Ну, 3500 это очень, очень дорого. У нас в Дудинске ни у кого нет таких денег. У Звездунова есть, это я точно знаю. Ну, у меня-то нету. Я ж не прошу тебя сразу всю сумму. Будешь отдавать частями. Часть сегодня, часть завтра. А если найдешь,
где этот бегемот очкастый окопался? Я тебе вообще ее даром отдам. Ты не смотри так на меня! Да ну что это? Ну, удивил. Да он ради меня в душ пошел. Да просто я хотел себя проверить. Ну и как? Проверку прошел. Сейчас могу не только ради Родины, могу ради любви.